Узбекская марка Ravon возобновляет продажи в России. И снова, как осенью 2015 года, на презентации выставлены машины не совсем в таком виде, в котором мы можем их купить. Однако речь идет по-прежнему о трех моделях. Это Ravon R4, некогда известный как Chevrolet Cobalt, Ravon R2, некогда известный как Chevrolet Spark, и Ravon R3 Nexia. Ravon приостановил продажи в России прошлым летом и теперь перезапускает бизнес двумя новыми дистрибьюторами. Машины же почти не изменились, если не считать внедрение комплекса Aero Glonass в базовую комплектацию. Компактный Ravon R2 поставляется к нам только с мотором 1.2 и 4-ступенчатым автоматом. Бывшие Aveo, а ныне седаны Nexia, приедут в Россию с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, а собирать их будет завод в Казахстане. Ravon R4 делит с Nexia агрегатную базу, но выпускать его будет головное предприятие УС Авто Санаат или УС Автопром в узбекском городе Осака. На ближайшее время планируется увеличение модельного ряда и доведение его до 7 и до 8 моделей. И до конца этого года мы планируем анонсировать уже новые модели, которые мы хотим представить нашему русскому потребителю. Лицензионное соглашение с концерном GM не запрещает узбекам использовать и марку Chevrolet. Дело за малым – довести локализацию до необходимых 50%. К тому же представители Ravon говорят о новой платформе будущих моделей. Фактически речь может идти только о глобальной тележке GEM, на которой базируется и новейший Chevrolet Tracker. А может быть, в дальнейшем мы можем уже экспортировать под маркой Chevrolet в Россию тоже, но сейчас на повестке дня, в ближайшем будущем, этого вопроса нет.